Вот такую квартиру я соорудила из коробок котятам. Они тут прекрасно живут, но так как они пока, конечно, не очень приучены к лотку, то есть они ходят в лоток, все нормально, но иногда ошибаются, промазывают, и, в общем, запах стоит. Сейчас мы решили съездить в магазин, наверное, посмотрим какую-то такую большую, типа клетку, ну, чтобы был такой заборчик, потому что они еще не настолько подросли, чтобы по квартире ходить. Но и уже не такие маленькие, чтобы сидеть вот так в коробке, в замкнутом пространстве. А клетку надо взять такую побольше, чтобы они могли выходить из домика, бегать там. Ну, в общем, нужно им купить домик, клетку, чашки и все такое. Посмотреть вообще, что там есть. Может быть, уже когтеточку пора им покупать. Они у нас поносили 2 дня. Сегодня утром мы их к ветеринару водили. Сказали не кормить уже молоком, сказали кормить кормом. Вот видите, на лоточек ходят, сами уже приучились. Но все равно они из него выходят, у них все сыпется. Пописила немножко. Я пописила немножко. Немножко. Это вот девочка, она вообще умная. Один раз ей показала только в лоток куда ходить, и все, она ни разу не ошибалась. А вот пацан бывает, бывает. Как ветеринар сказал, ну, мальчики всегда немножко глупее девочек. Да? Что ж поделать, зато вон какой красивый. Да, вон какой красивый зато. И он ласковый. Сок. Сок очень ласковый, вот мальчик вот этот вот. Он прям ластится, постоянно лижется и трется постоянно об ноги, там об руки. Да, да, да. А это немножко такая скандальная девица. Она очень много пищит, как и положено девице. Скандальная, но умная. А этот немножко глуповат, но ласковый очень. Дё-дё-дё. Все, кушать будем сейчас, кушать, да. В общем, вот такие вот условия ужасные сегодня поменяются на более приличные для них. Ну, вот уже в туалет пошел, видите, пацан? Когда мы их нашли, им было 2 недели, ветеринар сказал, а сейчас им 3 недели. Вот в 3 недели котята уже, видите, как здорово ходят в лоток. Стоило показать один раз. Да, многие спрашивают, почему у котят лучше, чем щенята. Я как-то сказала в инстаграме, что коты круче собак. Потому что собак приучать к туалету очень долго, очень муторно. А кошкам достаточно, вот, чтобы их там запах был. Один раз они сходят в лоток, и все, и будут туда ходить постоянно, не загребают, видите? А собак приучить, это можно посидеть, это надо очень много времени. Кошки намного умнее в этом плане, намного чистоплотнее. Вот так вот в 3 недели котята, такой размоченный корм, уже кушают сами из тарелочки. Не очень чисто еще, как вы видите. Не совсем еще соображают, как это делать. Он причмокивает. Как всегда, девочка, видите, умнее оказалась. Иди сюда, иди. Ешь. Он даже не понимает, что надо делать. Надо его с руки будет кормить. А это уже начмокивает там. Лежа, ёпши, ты тут. Нормально, нормально. Они? А как? Исага Грессо. Йоджа тут так и. Ага. Давай, давай, свободен. Свободен. Вон он твой намджа. Не понимает даже, где есть надо. Где-то пахнет, а где не пойму, скажи ничего, да? Давай. А ты... ты подвинься. Стой! Стой, стой! Подвинься. На. Давай. Во. Не соображает, не соображает. Давай. Он с руки ест. А с чашки еще не соображает. Еще вчера они только с бутылочки пили, а сегодня они уже едят. Видите, очень быстро это все у кошек, у котят. Я понял. Скидочный магазин для животных. В общем, цены должны быть как в интернете или даже дешевле. Ва. Ва.
Да, это и переноска, и домик, все в одном, наверное. Такие вот домики. С такой вот. И вот такая еще сверху есть. Нам для начала клетка нужна. Это туалеты. Вот такой вот туалет стоит 34 тысячи вон, где-то 30 долларов. Стоит вот такой вот. А как выходить из него? Ага. Да, он. Угу. Понятно. Ну, они пока маленькие, конечно, они до сюда даже не залезут. Поэтому нам надо что-то такое. А, куда они тебя одели? Иголка тынгу, а ури тебе иголка. 6,5 всего тысяч. Да. Это и как коврик будет, и его подербанить можно коготками. Такие штуки брать не будем. Отговорили что-то в интернете. Говорят, что их очень сложно чистить. Потом лучше брать обычные вот такие когтеточки. Такая прикольная. Ну вот такую, даже если она замарается, ее можно не чистить, а просто выбросить. Вот такие вот домики есть. Прям щетка. Неужели кошкам это нравится? Прям реально очень колючая, стрёмная щетка. Видно, кошкам такое нравится, раз это дело. А, я поняла, они тут проходят и чешут спинку. Ну, ее можно нагнуть, она двигается. Они проходят и спину чешут, и шерсть очищаются от шерсти ненужной. Всякие поилки, коврики. Игота зовет. Ангелина говорит, что если нам все это купить, все, что здесь есть для кошечков. Ой, какие всякие заколочки. Это для собачек. Друзья, какая прелесть. Такая милота. Батюшки, смотрите, какая красота. Мягкая-мягкая. Боя. Ага, вот здесь еще куча игрушек. И всякие огромные переноски. Слушай, это свинью можно здесь держать. Это что за кукашечки? Какашки. Какашки. Тут всякие поводки всевозможные. Ну, конечно, что еще может быть интересно вам? Всякие. Стой, стой. Шутки. Хватит, Ангелина. Вот, чананкам. Игрушки всякие разные для кошечков. Это надо как-то по возрасту выбирать, потому что здесь такой огромный выбор. Две тысячи всего стоит игрушечка. Вот, в основном такие цены 2-2,5. Ну все, Ангелину понесло. Супер, Игорь. Акио. Мышка. Вон сколько мышей. А вот сейчас тренди такие леопардовые. Йоджиме. Юэн, всякая. Чем я делаю такую? Так, а здесь... Ага, тоже какая-то чесалка. Видите, они любят, видно, такие колючки кошки, чесаться об них. И вот такая вот есть чесалка. Ее, наверное, как-то включаешь, она как-то еще вибрирует, крутится, вертится. Мама, не знаю, как это все работает. Такую яркую мне не нравится, как попугай. Алёк-талёк, широ, сыкаль. Иго. Эй. Чё? Иго ему, а? 이거는 캣닙이야, 캣닙. 왜? 이거 냄새 뜯는서 뭐야? 무슨 какие-то травы здесь видно для запаха что-то, видите, всякие штучки, сыпучки. 소스나 아니면 쿠션 선물인가? 뭐 할 때? 이런 거 스트레스 이런 거에 좋다고. 안티스트레스. Ну, конечно. Нам самим бы не мешало попить такого. 내가 필요해, 내가. 아, 내가 마실래. 재패니스 거 많다. 아, 이거 재패니스 거야, 다? 아닐 텐데. 고양이. 아, 그래? 아, 너 вот они дорогие японские, нафиг они нужны.
고양이 비싸. 어. 그러니까 낚시봉 낚싯대 중국 거 사야지 사야지. 그라바트 근데 너무 커 이게 15 рублей всего. Прикольно стоит. Они, иге, иге. А, ну, маленько, понятно. Почему? Реально все очень дешево. Кагёк, па? Аннём. Так, вот тут идут всякие домики, кроватки. Им надо вот такую. Чтоб спрятаться можно было, типа норки такой. С крышей. Размер посмотрите. Так, чувак, сайзика. Такой размер лучше всего. Тут им домик поставить, там туалет, и будут бегать, играться. Пока для их возраста это оптимальный размер. Тут вот всякие подгузники для собак. Всяких разных фирм, домики. В общем, здесь есть все, что душе угодно. Все, что есть в интернете, в принципе, все можно здесь найти. Вот такие домики прикольные, смотрите. Но это для больших уже кошечек. Наши, наверное, не додумаются в них залезть. А, вот такую когтеточку просто надевают на стол. И вот такие вот всякие когтеточки. Очень много всяких разных. Но это уже для постарших кошечков. Наши еще маленькие, им хватит этого половичка, который мы взяли. Гелина, хватит, успокойся. Нет, такое очко. Не-не-не, стрём. Всякие щеточки. Но это тоже потом. Шампуньки. Пошлите, ладно. Наморднички, носочки. Носочки всякие разные. Намордники даже... Это что вот это? Вот, это на нашу собаку, наверное. На собаку, которая размером с мышь. Чананкаманса? Кояни чананкам ханасаяджин? Санго? И чем джари? Ну, в самый раз. Вонючка 400. Ну, $1. Чуть больше. Доллары 200 и 20 центов. Нормально? Китайская, но давайте посмотрим, что про... Made in Korea. Корейская, видите? Корея. Так похоже на китайскую, реально. Такие цвета, вырви глаз. Шлейки, полотки. Так, ладно, пошлите. Чопсидо, Сайда, чопсидо. А, вот чопсидо. А, игон дома. Нет. Можно просто походные пока взять, пока они маленькие. Котята. Потом научатся. Можно будет взять что-нибудь получше. Да, я думаю, вполне нормально, тем более, что их тут две. Прорезиненная подставка. Вот это нормально подойдет. Это всякие японские супчики. Еда для кошек. У японцев это все, конечно, на уровне. Чего только не придумают. Это вот самый маленький для котят. Друзья, ну что, берем котят из их старого домика. Я их заранее сейчас искупала. Так, ну ты у нас самая-самая резвая. Пойдем. Я их искупала, потому что они все были в поносе. И переносим в новый домик. Ура-ура. Так, второй пошел. Давай. Мокрые. Ну... Давайте, осваивайтесь. Здесь я ему уже специально комочки положила, чтобы запах был. Туалет новый. Нужно, чтобы там был их запах. Из старого туалета принесла. Вот такой вот у них получился домик. Тише.
Не тебя снимай, уйди, звезда. Туда постелила я пледик, потому что домик тряпочный, стирке не подлежит. Ну что, давайте обследуйте, что тут и как тут. На пол постелила специально вот такой вот, ну, коврик, не коврик, чтобы, если они написают, и это впитается в паркет, останется запах, нельзя. Поэтому я вот эту клетку поставила на вот такой вот полиэтиленовый коврик. Его можно просто протирать без проблем, и все. Опешили такие немножко. Морды мокрые. Ничего понять не могут. Что за счастье привалило. Я не знаю, они подрастут, когда сколько им месяцев будет, 2 или 3, когда они смогут сюда залазить. Но тут и когтеточка. И так мы по дешевке взяли его. Не жалко будет выбросить, когда замарается, потому что все вот это не стирается у него. Я, конечно, не всегда собираюсь держать в этой клетке, да кошек и невозможно держать в такой клетке, они же вылезут, как только начнут лазать. Но пока они такие маленькие, квартира очень большая, они, конечно, потеряются в ней, и домик потеряют, и туалет, вообще не смогут долго ориентироваться здесь. Поэтому им нужно так небольшое пространство, пока не подрастут хотя бы до 2-месячного возраста. Ну вот, как-то так. Пока вот такой домик. Со временем все, конечно, будет меняться. И домики, и чашки, и туалеты. Я их собираюсь к унитазу приучать, когда вырастут. Друзья, это полный звездец. Они вылазят сквозь эти щели. Это ж какая маленькая башка должна быть, чтобы через такую щель пролезть. Блин. А? Будете в тесной коробке вонючей сидеть опять? А? Друзья? Как же ж так же ж-то, а? Так же ж нельзя же ж. Ага. Капец, я в шоке. Что делать? Надо вот до сюда примерно чем-то все это заделывать. А чем опять? Господи. Вот головняк-то, а? Кошки, это вам не собаки, это свободолюбивые животные. Офигеть. Не было печали, купила бабка порося. Я уже коробки там собрала, разрезала дом, собралась на помойку относить, а они вон на чё.